Посмотрите, как долго крутится. Особенно вот это. Это вообще крутится больше минуты. Значит, здесь все очень просто. Вообще диск и монетка. Вот. Просто вставляется вот сюда монетка. Вот так берешь. Раз. Вот монетка. Вот. И вставляешь ее. Диск. Вставил. Вот так вот. О. Все, юла готова. Можно вращать. Пожалуйста. Ну, здесь немножко посложнее, но тоже ничего сложного. В общем, паста. Стержень с ручки. Вот он. Он был раньше. Вот такой вот. Видите? Я его отрезал. Стержень. Любой стержень с ручки. И вот эта пробка была с бутылки. По-моему, с-под шампанского. Не помню сейчас уже. Ну, в общем, с-под вина какая-то пробка. Все. Здесь обрезаешь по диаметру. Вот. И наконечник пасты стержня. Сюда вставляешь и пропускаешь, чтобы он выглядывал. И уже настраиваешь по вот этому наконечнику, настраиваешь, сколько тебе надо, чтобы как лучше она вертелась. Ну, туда-сюда, туда-сюда и...